торжественный день мы открываем этот величественный монумент, символизирующий огонь, я бы сказал, пламя, пылающее в сердцах молодых творцов перестройки. В него будет заложена капсула с посланием в будущее, в котором товарищи пионеры и комсомольцы 80-х обращаются к своим сверстникам из 21 века, к пионерам и комсомольцам 2000-х. Мы дети славного времени, эпохи перестройки, обещаем отдать все силы, чтобы сделать жизнь еще прекраснее. Чтобы вы, ровесники, могли гордиться нами, чтобы вы подхватили эстафету больших и славных дел, которые мы передаем от отцов и дедов. Пионер, будь готов! Всегда готов! Света, куда же вы тогда пропали? Александр Николаевич вас обыскался. Где она? Куда пропала? Так и не нашел. Нашел. Не переживайте. Нашел таки? Да, я сразу просто в чайку села. Ну, знаете, как-то неудобно. Ага, понимаю. Вы не представляете, какой он интересный человек. Очень хорошо представляю. Да, и очень заботливый. Я когда вернулась в Киев, а мне на следующий день звонит декан и говорит, что Светочка, о вашем распределении можете не переживать, вас оставляют в аспирантуре. Ну, Александр Николаевич. Да. А еще знаете, что сказал? Ой, это секрет. Нельзя говорить. Говорите. Говорите. Алексей Григорьевич, только никому. Свет, я вас умоляю. Думает подавать на развод. А вы? Я? Думаю. Дела. Светлана... Евгеньевна. Светлана Евгеньевна, а вы в Одессу как? Отдыхать? Да нет, брат. У вас брат в Одессе? Угу. Я прилетела, а у него неприятности. Что за неприятности? Ой, да ладно. Но? Он у меня музыкант. Так. А его с работы выгнали. Что значит выгнали? Да. Главное, он только устроился, а его уже выгнали. В этот ДК имени, который возле парка Шевченко. Студентов. Да, точно. А причем он парень талантливый. У него своя рок-группа. Рок играют, знаете, как «Машины времени» или как… «Земляне». Да, точно. В итоге концерт отменили, группу разогнали, скандал, выгнали всех. Что значит выгнали? Это, возможно, там были, так сказать, перегибы, но это не исключено. Но выгонять – это неправильно. Это несправедливо, да. И такое сейчас время, чтобы, как говорится, наступать на горло песням молодежи. Угу, да-да. Светлана Евгеньевна, я вам ответственно заявляю, что талантливую молодежь мы в обиду не дадим. Приятно слышать, Алексей Григорьевич. Вспомнил порция, да? Я тебе сказала, мою душу не трогать, вообще оборзел. Так, ну-ка разошлись быстро! Стоять, я сказал, стоять, тишина! Вы что, обалдели? Уволю всех нафиг! Так, булочки себе понапрягли, арбайтом, девочки, все поняли? Дурдом. Да не говори. Так, ну что у тебя? Так, снимаем на две камеры. Артур когда Николаевич. Когда победительницу, делаем интервью с вами, с девочками и членами жюри. Так, вот выступление артистов Покровский сказал. Пишем. Игорь Николаевич сказал, даст воскресенье в теледискотеке. Так, значит, получается интервью меня и главного солиста. Об этом я ничего не знаю. Юлечка, ну Покровский сказал. Обещал. Все. Делаем. Хорошо. Увидимся. Припаял? Да припаял. А толк? Говорил, новый надо было брать. Так я не понял. Ты умный нашелся? Ну? Уволю. За свой счет.
Так, Галочка, что у нас тут? Да все в порядке. Зефирочки. Так. Стоять, куда несешь? Вы же сами сказали, фойе поставить. Ну я же сказал с утра. А сейчас что, день? Так, не мешайте. Дядя Лёль, давайте ставьте сюда колонну. Давайте. Вот. Отлично. Рок-группа без Б. Дядя Лёль, спасибо. Какую, а? Короче, чем днем, иди лучше голая, потому что у тебя все наружу. Да я вижу, что у меня все наружу. Ну, может, латочку какую-то поставить здесь, а? Якую латочку? Вот где латочку? В какое место тебе ту латочку поставить? Алло, что случилось? Первый раз в жизни хотела как нормальный человек, а? Мам, да что случилось? А случилось то, что ей не в чем идти на ваш этот, как его, блин, конкурс, понимаешь? Там надо одеть вечернее платье, а вот в это платье она не влазит. Понимаешь, я хотела честно помочь, честно расточать, но не могу, потому что у нее груди. Завидуйте! Чему тебе завидовать? Мать, ну а чем ты раньше думала? Через 2 часа начала. Раньше ты не могла померить, что ли? Я мерила в прошлом году, Гали, все нормально было. Она в прошлом году мерила! Все, не надо мне ничего, и конкурса вашего этого мне не надо! Стой, Марина, подожди, успокойся! Все, я все придумал. Ма. Шо? Давай это. Шо давай? Аджара мериса, кинджаги джагира, пукари тучи сум, сунаны вахидун. Совсем шо? Джимми, Джимми, ача, ача. Пашенька. Джимми, Джимми. Пашенька, ача. Я не дам. Ма, тебе жалко, что ли? Такого же ни у кого нет. А я сказала, что я не дам. А хочешь покушать, возьми оно в холодильнике. Марина! Марина! Слышишь, Гарри? Марина дома? Что? Не знаю. Ну так иди отсюда. Вот иду. Иди. Иду. Марина! Марина! Что вы кричите, мужчина? У меня и так птицы нервные. Слышь, ты это, Марину видел? 100 раз, даже в купальнике. Что ты сказал? А ну иди сюда. Да ты шучу я. Она у Харитонова. С утра с этим конкурсом как сумасшедшая. Марина! Маринка! Ну вылезай, к тебе мужчина пришел! Рома, это вы? Это мы. Нифига себе! Да пришел проводить вас на этот, на конкурс. Да я, может, вообще не пойду. Не-не, нельзя. Первое место гарантирую. О, Индира Ганди. Проходите. Так, давайте быстрее, у нас мало времени. Ну? Да. Да. И вот, 3000, как вы говорили. Так я могу не волноваться. Сделаю все возможное. 3 куска. Принято. Людке, не говори. Пусть думает, что она реально самая красивая. Сделаю все возможное. Анджело, номер 13. Понял. Сделаю все возможное.
ставки сделаны, товарищи. Начинаем беспроигрышную лотерею. Ты что, правда, по телеку покажешь? Должны, Тёмыч договорился. Так, слушай, главное не облажаться. Да не облажаемся. Так, Пах, ты прикинь, по телеку. Короче, я прямо сейчас говорю отцу, что завязываю бухлом торговать. Пусть сам на своей голубятне сидит. Не, ну правильно? Ну, зла, наверное. А чё, кроме шуток, я весь такой из себя популярный. Срежем. Весь такой из себя популярный, ну типа Цоя. Вот. И с голубятней бухлом торгую по ночам. А прикинь, 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 приходят чуваки на яму такие и говорят, нам 2 по 08 и водяры, а тут раз Цоя вылазит. И такой, пацаны, с водярой вилы, но есть... Есть сигареты, спички, бутылка пивная, на! Поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Паха, да ладно, не бзди. Ну я рассказал, что мы увидимся. Пацаны, давай не сейчас, а? В натуре некогда. Стоять, я сказал! А? Куда чучело? Сань, давай, 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 да, давай. Да, да, да. Малой, давай. Пацаны, проходи. Саня, давай. Майонез. Блин. Ну что, черти, добегались? Ты что придолбался, козел? Тебе что надо? Что, рок-звезды, готовы? А то! Как костюмчики? Жмет. Зато идет. Просто шик. Вижу. Так, подождите. А где Паша? Нет никого. Как никого? И майонеза нет? Нет. Бэмби, где майонез? А я откуда знаю? Я с утра вон плечо убежала делать, видишь? Вижу. Так, вы что, обалдели? У нас через 40 минут начало. Да не волнуйся, скоро придут. Спасибо, успокоил. Как придут, бегом за кулисы. Так, где они ходят? Они что, больные? Эй!
Юрец! Сань! Майонез! Блин! Пацаны! Сань! Все нормально. Давай, нормально. Влип из-за вас. Черти. Да какого вы за нами ломанулись? Чего вы пристали вообще? Не борзей. На тебя посмотришь, не поймешь, чей пацан, чей тёлка. Не нравится, не смотри. Тебя ж никто не заставляет, правильно? ЛО, блин. Чё, рокеры? Типа того. Муру играете? Ты слышал? Да так, однажды в клубе был. Муть одна. Может, тебе еще и Цой не нравится? Цой ничего. Ну ты же не Цой. Ты чмо. Сам ты чмо. Да не, тут без лестницы голяк. Блин. Отменяется концерт? Слышь, а ты сыграть что-нибудь, а? Да сейчас. Кроме шуток. Понравится? Вытащу. Да что ты в натуре? Вытащу. Куда вы? Купа. Раньше надо было. Раньше я курил. А мужа весь на нервах. Вас тут не курят. Пардон. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, товарищ. Одесситы и гости нашего прекрасного города. Мы начинаем городской конкурс красоты «Звезда Одессы». Самые красивые девушки нашего солнечного города. Встречайте! Аплодируем! Когда такие ноги, это становится глупым суеверием. Поддержим участниц, товарищи, поддержим! Не все, подруга! Только корона ей не перед. За корону уже проплачен! Ну-ка! И будет ветер! И он поднимет волны, и будет жизнью полный первый день лета. Знаешь, мне нравится, нравится, нравится весь этот мир. Свалим на плечи мы, станем покрепче мы. Только полегче мы будем идти до конца. Я не опущу руки, я жить научу других. Знаешь, мне жизни мало, Одесса, мама. А что там в конце? Знаешь, мне жизни мало, Одесса, мама. По оплате ты первый. А что я-то?
Да ничего, залезай. Копытами поаккуратней. Пришли? Ну, может, придут еще. Понятно все. Труба. И как мы играть будем? Я же не сяду за барабаны. Это вообще нереально. Я не знаю, как хотите. Играйте, как хотите. Я что, все зря замутил? Концерт, костюмы, телек. Без Б, без Б. Бараны. У меня дядя на дудуке играет. Вообще один. Ничего, всем нравится. И мы сыграем. Короче, ладно. Крокодил. В смысле? Погонял крокодил, зовут Гена. Паха. Майонез. Погонял майонез, зовут Саня. Смешно. Погнали майонез. Спасибо, крокодил! Увидимся, пацаны! Тебя во сне было бы странно не влюбиться. Я все ближе и ближе на этот раз. Неужели смогу тебе прикоснуться? Умоляю, любимый, не открывай глаз. Главное добежать, главное не проснуться. Главное добежать. Главное не проснуться. Подожди. Когда в кармане денег нет, не хожу я на банкет. Не хожу я на банкет, не хожу я на банкет, когда в кармане денег нет. Не хожу я на банкет, не хожу я на банкет. Мои дорогие, ну какая Рось? Какая Рось? Она же художница. Какое первое место, товарищ? Ей же почти тридцатник. И что? Вы считаете, что 30 лет – это уже старость? Извините, молодой человек. Нет. Не могу с вами согласиться. Не это имел в виду. Я имел в виду то, что… Понимаете, у нас там столько много красивых, перспективных, молодых девчонок. Вот именно, что девчонок. А что у них есть, кроме размалеванных личиков и гонора? А Росси? Да. Молодая, красивая женщина. А главное, она одухотворенная. Я согласен.
Красота – это не только внешность, Артем Николаевич. Красота – это внутренняя красота. Вот-вот. Алексей Григорьевич. Да. Ну какая Рось? Да у нее и с внешней все, как говорится. Держите меня, Севера. А это ее декламация. Голос. Серьезно, Артем. Ну, это Роси просто, знаете ли, товарищ режиссер. Есть фактура. Есть. Я бы еще снять так против света на контровичке. Силуэт. Линия бедра, грудь и море. Море. Готовый образ. Никаких сомнений. Определенно Росси. Я худею. Что вы сказали, Артем Николаевич? Нет, ничего. Я сказал, Росси, значит Росси. И прекрасно. За духовную красоту. За, за поэзию. Угу. Майонез, давай по суху. Да нифига. Здрасте, мамсо. Вчера лучше было, бутылок 120 принял, сегодня вообще ноль какой. Вообще люди ни пива не пьют, ничего не пьют. Я это, ты здесь старше? Допустим. Анжела, душа моя, закрой, пожалуйста, дверь с той стороны. Короче, номер три, Марина. Какая это Марина? Марина Росси. Ага. Делаешь так, чтобы она первое место. Я вышлю. Пятерка. Сука. Это если деньги с собой. С собой оно спокойнее. А не сильно в борозу барыжишь, а? Тариф? Ну смотри, если кинешь... Не продолжай, потому что у нас стопроцентная гарантия. Итак, наступает самый волнительный момент нашего вечера. Первое место и звание «Звезда Одессы» получает... Терпение, товарищи, терпение. Получает... Говорите! Номер три! Марина Росси! Поздравляю! Саня! Саня, давай, 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 родной, чуть-чуть осталось. Давай. Ага.
забыли, придурки? Все, костюмы. Раздевайся, давай. Давай, быстрее. Майя, стоп, давай. Ну. Так, помогай. Аккуратнее. Ребята, погнали! Браво! Паш, что за фигня? Вы обалдели? Вы что, с помойки сбежали? Чё? Давайте я потом все объясню, да? Да без Б. Спасибо, брата. Ну что, все готовы? Готовы. Понеслась? Понеслась. Рок-н-ролл, пацаны. А сейчас для победительницы конкурса, финалисток, всех вас выступит рок-группа «Биз Бэ». Вокалист Павел Харитонов. Встречайте! Просто поразительно, слегка заманчиво, слегка воительно. И не заметить это будет просто затруднительно. Не обязательно и непростительно. Если говорить на чистоту, то надышаться бы тобой, с тобой остаться бы со мной. Но где и как, не знаю я, найти тебя. Найти тебя. Сегодня просто изумительно, слегка воинственно, слегка чувствительно. И даже небо женщины тебе одной завидуют, и встанут над окном, и слезы льют. Если говорить на чистоту, то надышаться бы тобой, с тобой остаться бы с одной. Но где и как, не знаю я, найти тебя, найти тебя. Найти тебя, 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 найти тебя. Браво! Павел, вы, как говорится, проснулись знаменитым. Ну и как оно, быть рок-кумиром? Да не знаю, я не рок-кумир, играю просто. Скромность украшает. По нашей традиции, в самом начале передачи, герою предлагается пройти блиц-опрос, чтобы зрители лучше с вами познакомились. Вы готовы отвечать? Можно я за него буду отвечать? Как скажете. Да, я не только художественный руководитель группы, но и директор. Так что скромным мне быть нельзя. Я задаю вопросы Паше, а отвечает Артем. Итак, блиц на троих. Ваш возраст? 25. Музыкальное образование? Самоучка. В армии служили? 2 года. В автобате. Образец для подражания? Ну, к примеру... Фил Коллинз. Фил Коллинз, группа Genesis. Ваша кличка, прозвище? Маэстро. Маэстро? Уверена, что вполне заслуженно. Но у каждого маэстро должна быть муза, верно? Имя любимой девушки? Пах, давай сам. Что, нет?
тогда нет любимой девушки. Правда? А разве можно писать песни без любви? Нет, нельзя. Уверена, что я на личном фронте у Павла все наладится. Тем более, что теперь внимание самых симпатичных девушек вам обеспечено. Чёрт. Есть. Пацаны, мы суперстар! Саня, подожди. Чё ждать? Это подожди, потом будем. Занимай, Саня. Подожди, подожди, это потом будем. Сначала это будем. Опа! Дядя коньяк прислал из Еревана. Вообще-то это не коньяк, ребят. Это бренди. Коньяк бывает только французский. А армянский что, не бывает? Нет. Да, профессор, не нравится, не пей, понял? Ну, Тёмка. Давай тост. Пусть Паха скажет. Он у нас рок-кумир. Отвали, да? Анастас, скажи. Аргеленгернер, ех парнер. Шнаракалюцун вор екак. Им тунна, дзер тунна. Дзер кенатца. Амбурбия, киргуду. Все поняли. Да. Согласны. За вас, ребята. Спасибо, что вы есть. За Безбэ! Безбэ! Саня, сейчас машина придет за камнем. Надо разгрузить, совсем немного. Штук 200. Поможешь, брат? Чё, блин? Давайте по второй. Уроды, блин. Расслабься, мы на второй. Наливай, наливай, Саня. Да, я бы хотел еще сказать тост за человека, благодаря которому мы сегодня с вами гуляем. За товарища Кравченко? Нет. Это девушка. О, девушка красивая? А ну ты! И что характерно, умная. Я не понял, при чем здесь она, а? Да при том. Я не знаю, как она все это намутила, но вышло... Вышло здорово. Не, ну намутить-то это она умеет. Ну вот. Кравченко мне сам лично позвонил. Сказал, ребята, спокойно. Если что не хватает, оборудования, инструментов, напишите смету, отправьте райисполком. Я реально в осадок выпал. Если бы не Лера, не было бы ни концерта, ни телека. Что ты мне раньше не сказал? Про что? Про то. Знал бы, что она вообще бы не играл, понял? Мне такое нафиг не надо, ни концерт, ни телек, понял? Паш, я не понял, ты чё? Через плечо! А чё ты орёшь-то на меня? Чё ты орёшь? Если ты с ней подцапался, я тут при чём? Подойди лучше и скажи спасибо. Я ей? Да, ты! Дебил ты, понял? Чё смотрите? Бухайте дальше, суперстары! Пах, ну ты куда? Спасибо сказать.
что, испугалась? Это правильно. Красиво ты это изобразила приличие. Старалась. Что думала? Отвалю по тихой грусти. Уходи. Уходи. Я сказала все. Все будет, когда мне надоест. Я Рите расскажу. Думаешь, шучу? А думаешь, ухамишь. А если к Рите подойдешь, то я сильно обижусь. Лет на 10 строгача, а за вами с Греком наберется. Значит так, живешь тихо, аккуратно, матросика своего на лыжи становишь. Я не жадный, он двойну хлебом делились. Но у меня жена, нужно, чтобы все было стерильно. Надоедать не буду. Но суббота это святое. Сегодня что? Суббота. Вперед. Сволочь. Не подходи! Я сказала, не подходи! Тихо. Я не шучу! Тихо! Ай! Ай! Витя! Лежать! Витя, я тебя умоляю! Что он здесь делает? А ты что, не понял? Слепой? Он хоть дышит? Вроде дышит. Домой зовет. Все, Паша, разбежались. Пошли! Это финиш! Ты ничего не знаешь. Расскажешь. Идем! В катакомбах плюс 14, круглый год. Живите сколько хотите. В дом неси, там ляжете. Давай, давай. Настас, а ты? Поеду. Утром вернусь. Куда ты поедешь? Чем нужен? Тут недалеко. Молочка привезешь? Парного. Анастас, Анастасик, ну открой, а? Ну открой, прошу в натуре. Я уже все, клянусь. Яша, не шуми. Сказал, не выпущу. Спи. Я тебя как сына прошу. Я же за Арарат болею. Его ну, за открой, что? А? Забухал. Миша ему вытрезвитель делает. Нормально. Два дня орал, а сейчас ничего. Почти совсем тихий. Ну ладно. Пацан, ну скажи, давай, раз, чего он меня выпустил, а? Ну ты, чечмя караски. Я выйду, я тебе точно побрею. Я клянусь, я тебе насухо побрею. Ай, крепи. Спасибо вам, Мусечка. Вы мне как вторая мама. Ну? Была бы первая, вообще в голову сорвала. Это за что? За что? Дома с женой надо спать, а не по бабам шастать. Мусечка,
Я на секундочку при исполнении. Угу. И разговор у нас, между прочим, казенный. Да? Разговоры разговаривайте в другом месте. Да я у себя дома. Сахару годится или как? Мерси, Мусечка. Значит так, Олег, хочу иметь всю гоп-компанию. Трусите, кого хотите, но чтоб к утру были. И Грека? Его в первую очередь. И чтоб Олег тепленького, с постельки, что в пижамах и тапочках. Понял. Он мог мне на 2 года оформить в легкую. По-моему, отпустил. И тогда вначале туго соображала, что это он вдруг такой щедрый. Ну, а потом как зашел, начали встречаться. Ясно. Что тебе ясно? Что я с ним трахалась, а он меня не трогал? А ты с ним не трахалась? Пришлось. Я так и понял. Конечно, Марин. Я ж серьезный мужчина. Прилечу, прибегу, приползу. Ты? Армянин где? Уехал. Как уехал? Нельзя. Ты чё? Нельзя, я сказал. Что ты ломишься-то, а? Что, палки перепутал? Барабанчик. Эй, Монтана. Опа. Ключи дай. Какие ключи? Вон там висят. Эти? Да. Чё, кайф обломал, да? Артист. Пошел ты гулять себе. Не. Да ладно тебе, Ареныч, начинай. Глухня. Значит, не забегал и не заходил даже. Говорю, не видели. Скажите, что происходит? Что вы страха-то нагнали? Неротивная информация, разглашать я не имею права. Считайте, что он в розыске. Чего?
Ты по-нормальному это сказать можешь? Всего доброго. Если что, пишите, звоните. Это в ваших личных интересах. Давай. С аферисткой связался с какой? И еще кое-что. С какой аферисткой? С матерой, Василь. Официально предупреждаю. Придет, скажет, чтобы сам пришел в райотдел. Серьезно. Иначе хуже будет. Давай. Васечка, а что случилось? Устроишь самый мини-компанию, понял? Да что вы, ей-богу, это же роковая случайность. Ну вы кушайте, а то вы прям как не знаю. Мне тут гайгу и не нужен, запомни. Да я же ничего такого. Да ты что, как орать на улице, ты ничего такого, как в трусах гоцать до остановки, ничего такого. Пьешь, веди себя тихо, культурно. Ты что вы душу тянете? Я же отсидел уже. А я тебе еще на месяц ЛТП организую. Будешь... Вон остался камни таскать. Понял? Всем здрасте. Здорово. Миша, зашел сказать за одну неприятность. Пацана этого, Васи Харзанова сына. Мусора ловит. Барабанщик. Угу. За что? Да вроде он как на Витьку Тудера напал. То ли голову сбил, то ли еще что, я не знаю. Да ты что? Видишь? Ты еще гадишь. Не хватало, чтобы из-за твоих фокусов менты сюда налетели. Ч-ч-ч-ч, спи. Да обидно же. Да иди уже. Люки, за ним тащились брюки, за ним тащились пауки.
лето. Стой, стрелять буду! Тихо, 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 тихо. Рот закрой, шмара! Тихо, все. Все, видишь? Ручки мои. Витя! Витя! Витя, какого Витя? А что, нема зашел? Можешь поискать? Что поискать? А ордер? Ордер есть? Да, так, по-соседски зашел. По-соседски? Угу. Что за беспредел? Тьфу, и ты здесь, Витя. Чисто на минутку зашел. Жека. Жека, 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 ша, Жека. Сам. Ша, сам. Скучаю я, гражданин Цыгель. Девочка моя в бега подалась. Ты своим шепни, пущай поищут. Времени до вечера вам. Не по-людски это. Значит так, либо я ее вижу, либо ты видишь меня с ордером. Шара закончилась. Зря ты так, Вить. Это не так. Так еще будет. Ты чуешь? Иди спать. Всю жизнь как кроты. Все пилят, пилят, пилят. Дети подземелья, блин. Слушай, лучше так, чем всю жизнь шифроваться. Ты тебя не доперло еще, чтобы пора завязывать, а? Я не могу. Вот только не надо мне сейчас про свободу и кайф, ладно? Нафига такая свобода? Алло! Здорово! Привет! Ну что, как ты, брат? Хорошо. Алканавты глухонемые забрали. Вас видели? Привет. Привет. Парное. Фу. Коровой пахнет. Стас! Поехали. Куда? На киностудию. Тебе нельзя, я сам поеду, скажу ребятам. Так и что, всю жизнь тут сидеть, что ли? Давай собирайся и поехали, снимай сапоги. Что ты кричишь? У тебя еще молоко на усах не обсох, а ты кричишь. Чего? Что? Усы вытри. Ты понимаешь, что это опасно ехать? Ехать по-любому надо. Тёмыч студию оплатил. Ну что ж ты оплатил, деньги вернем. У меня же есть, ну. А у меня нет. Паш, и серьезно, давай сидимся недолго. Я что-нибудь придумаю. Ты уже напридумывала. На. Анастас, погнали. Держи, колхозница. Сам колхозник. Погнали. Ну, что, ну,
Они нас с отцом рядом посадили и начали. Где он? Куда мог сныкаться? Понятно. Я говорю, без понятия. Бабик на измене. Он думал, что они за бухлом пришли. Сидит, втухает, боится, что сейчас на голубятни полезут. Паху, за что они сказали? Вот этот он вообще. Он, короче, какому-то менту башку проломил. Прикинь? Я худею, дорогая редакция. Неужели насмерть? Да вроде нет. И что, Пашку теперь посадят, да? Ну, конечно, посадят. Покушение на сотрудника органов власти минимум 5 лет лишения свободы. Так, умный, заткнись, понял? Да, не каркай. Да не каркаю я. Тёма, ну что там? Ждем. Понял. Тёмыч, ты не придет? Он что, больной, что ли? Так, давайте, ждем 30 минут. Не приходит, расходимся. Получается, если Пашку посадят, то мы все? Не играем больше? Бэмби, ну это что, сейчас самое главное, что ли? Не, ну я просто спросила. Пабло, сильно опоздали? Здорово. Ну ты даешь, старик. Привет. Привет. Так ты кали рванул. Ну я так и думал. Что, играем? Паша, какое играем? Что у тебя с ментами? А что с ментами? Ну, приходили утром. Что, кто-то знает, что мы здесь? Да нет, в принципе. Ну и все. Ребята, я разберусь, поехали. Так. 1:44, арбайт. Родаки в шоке. Ехал Грека через реку. Видит Грека у реки рак. Сунул Грека руку в реку, рак за руку, Грека цап. Ну что, как у нас тут? Уютно? Уютненько. Чувствую себя как дома. О, вы еще камеры после ремонта не видели. А, так точно, вы же не были еще у нас. А, я проверял. У вас же последний эпизод в 67-м году был. Он же единственный. И к тому же вы по нему свидетелем проходили. Так что никаких судимостей. Хоть сейчас народные заседатели. Один мой старый друг говорит, судимость – это лишнее. Вот товарищ Дзержинский говорил, отсутствие судимости – это не ваша заслуга, а скорее наша недоработка. Так что... Гражданин Миллиотти, мы с вами будем теперь наверстывать упущенное. Вот, думал, для себя сыграю. Ну, пригодилось. Я тут много чего интересного. Начиная аж с аферы с лотерейными билетами. Вот, и заканчивая автомобилями ВАЗ-2108 с автовоза. Ну, кое-что, конечно, на скорую руку, так, чисто для памяти. А какие-то дела в полном ажуре, хоть сейчас в прокуратуру неси. Что, может, желаете полюбопытствовать? Ай. Мне говорили, что вы в последнее время какой-то нервный. Но я не думал, что все так запущено. Так это вы сами виноваты. Чего же вы так персонал-то распустили, а? Но ведь никогда не поздно все исправить. Да нет, гражданин Миллиотти. Боюсь, что поздно. У меня клинический случай. Медицина бессильна. Соболезную.
словно выстрел в упор. Еще один повод рехнуться от скуки. И счастлив, что не наложил. Стоп! Ну что? Что, блин? Паш, ну серьезно, никуда не годится. Давай мы потом запишем, нормально все будет. Когда потом? Когда выпустят? Отец договорится. Не договорится. Давай писать. Давай писать, хорошо. Пишем. Пишем. Можем. Еще один день, словно выстрел в упор. Еще один повод рехнуться от скуки. И счастлив, что не наложил себе руки. И что не остался примерным скотом. О, смотри-ка, сам пришел. Ну что, гражданин Харитонов, проходите, присаживайтесь с нами. Спасибо. Пустаю. Но это навряд ли. Сесть-то все-таки придется. Я поговорить пришел. Один на один. По-мужски? Это можно. Коллеги, перерыв. Слушаю. Что вам надо? Не понял вопрос. Она же сказала вам, что она не с вами. Что вам надо? Сынок, ты кто? Хотите, можете меня посадить. Лерку не трогайте. Она же вам ничего не должна. Ты с какого детсада свалился? С Чебурашки или с Колокольчика? Я ж тебя просил, я тебя как человека просил, не втравливай его с другой колодой, не его это все. Тебе что, нехороших пацанов мало, кому голову дурить? И главное, мне что делать? Ну ладно, ты Жору подсугундер, ему может быть полезно кайлом помахать, а я тут при чем? Ты ненормальный контужен, он же меня раком поставил, причем в буквальном смысле слова. Михаил Маркович. Что, Михаил Маркович? Витя что сказал сделать? Найти? Ну. Так сдайте. Кому? Лидеру. Ты сейчас за кого меня держишь? Ну, была бы ты мужиком, я бы тебе в глаз дал. Я серьезно. Сдайте меня, и потом решайте все свои проблемы. Монтана, слышал? Она хочет, чтобы я ее ментам сдал. Чё? Ничего. Это как это? Семёночка, прием. На связи. Греческая 23, бытовая драка. Опергруппа на выезд. Ребёнка принял, вызываю. Слушай, Харитонов, ты бы сказал, где она? Все равно ж найдем. Ищите. Ты ж нормальный парень. Нафиг тебе такая? В
прикол? В треху. Лицом к стене. Руки. Вперед. Здрасте. Как Черноморец сыграл вчера? Не знаю. Тю, понасаживают всяких. И букашки по три чашки с молоком. Здравствуйте, дядь Борь. Этим, как его? Ну, с крентелем, короче. Па, ты это Ирке рассказывай, она маленькая. А, ты большой? Большой. Так прошу, рассказывай. Другое. Прошу. Про мушкетеров хотя бы. Тю, за мушкетеров я наизусть не помню. Ты же сам знаешь. Кино же видел. Ой, это кто у нас такой огромный? Игорек. Привет. Какой мужик вымахал. Помню, раньше такой был. Сейчас скоро папку перегонишь. Так его мамка дождевой водой купает. Вот он растет, как гриб. Два слова, Витя. Игорек, сходи покатайся. Витя, ты это ерунду придумал. Ну, пришел бы нормально. Сыграли бы. Сказал бы так и так, а то... Михаил Маркович, вы только представьте себе на минуточку. Я сегодня без обеда, а дома котлеты рыбные. Пап, смотри! У меня она. Что, таки нашлась? Не, сама пришла. Говорит, помогите. Можешь забирать. Кстати, грек уже у тебя, так что забирай до пары. Ай, вы как полицай. Что, своих сдаете? Я тебя умоляю, Витя. Не, ну за то, что я тебе шепнул, звонить никому не надо. Но между нами говоря, они с греком мне уже во где сидят, от них одни болячки. Творят, что хотят, краев не видят. Спасибо за помощь следствию, товарищ Цикель. Ну что, мир? Ну, поглядим. Игорек, давай до дому. Давай, котлеты рыбные ждут. Давай, давай. До свидания. До свидания. Старушка не спеша дорожку перешла. Ее остановил милиционер. Несу я в сумочке кусочек булочки, кусочек курочки и пирожок. Здрасте. Здрасте. Слышь, папаша, Черноморец вчера как сыграл? 1-0. Жарков. Это на 17-й минуте забил. Что, и все? Ну, хотя бы так. Это тоже верно. Молодой человек, извините. Это вас по телевизору показывали? Ну. О! А я смотрю, знакомое лицо. Вы же музыкант. Я помню. Вы играете в ансамбле. Да игрался. А песня мне, кстати, понравилась. Да, там слова такие.
Найти тебя сегодня, ты выглядишь изумительно. Слегка воинственно, слегка... Забыл слово. Чувствительно. Точно, чувствительно. Чувствительно, да. Хорошая песня. Да-да, очень хорошая песня. А чё, добрая, главное, со смыслом. Что, вам правда нравится? А вы думаете, старикам должна нравиться Зыкина только Людмила и это, хор Пятницкого, да? Молодой человек, между прочим, в вашем возрасте я ведь тоже, ну, не играл, но увлекался. Да, джазом. Это сейчас почти все можно. А в мое время за такую музыку могли и... Да. Музыка толстых. Да, именно. А что же такого натворили, чтобы сюда? Вы же человек известный, по телевизору показывают. Да, такое. Козло одному по башке дал. Подрались. Конечно, из-за красивой девушки. А вы ему этому, как вы выражаетесь, козлу, хоть за дело? За дело. За дело. Ну, кто бы сомневался-то. А он что, милицию вызвал? Да нет, он сам из этих. Из этих? Поворот. А девушка? Что? Ну, ее тоже забрали, да? Да не, нормально все. Нормально. Точно нормально? Тогда. Это хорошо. Приятно было познакомиться. Такой мужчина на ночь глядя пришел ко мне, а я одна. А как мне быть, не понимаю, в него по жизни влюблена. О, какие люди. Что опять? Что-то вы зачастили, гражданин начальник. Так тянет к хорошим людям-то. Привет, любимая. И глядишь, я принес. Дулечка, какой же ты у меня заботливый. Так, я не поняла, и кто меня сдал? Ты закусывай, не шуми. Граждане деловые, оставьте меня с девушкой тет на тет. Только без резких движений, чтоб не пораниться. Человек, Миша, гуляем на воздух. Прошу, пардона. Довольны? Только я всегда радуюсь, когда ты рядом. А мне пофиг, понял? Задолбалась бегать, спать хочу.
Так пошли. В камере-то спишься. Не стыдно? Любимая девушка на нары. Что так не терпится, да? Ой, все-таки какая же я молодец, что я тогда тебя послала. Сволочь ты, Витя. Это я сволочь? Да, ты сволочь. С Пашей что? С Пашей? А что с Пашей? Все в порядке. Сидит себе. Смешной парень. Сам пришел право качать, или ты его послала? Пошли. Ой, все, не надо. Пока не допью, вообще никуда не пойду. Ты-то ради бога. Ох, Лер, женский алкоголизм — это же страшное дело. Это вообще не твое дело. Он любит меня по-настоящему, понимаешь? Верю. Че ты вообще тогда заводишься? Я понимаю, если любил меня, а так-то че? А я не любил. Витя, я тебя умоляю. Ты меня всю дорогу за шалаву держал. Да? Да. А вот я думал, что у нас по-другому было. Смотрите на него. По-другому. А как это у нас по-другому? В позе лебедя, да? Знаешь что? Ты просто был уверен, что я никогда и никуда от тебя не денусь. А тут вдруг мне надоело, и Витечка вдруг обиделся. Ну вот сейчас Витечка действительно обиделся. Да мне по барабану. Давай, что сидишь? Наливай. Тост скажу. За любовь, Вить. Ты что думаешь, что я Паше говорила, что я люблю его и все такое? Ни разу. А он из-за меня к тебе попёрся. Ой, я прямо сейчас заплачу. Потому что он думал, что ты человек, а ты мусор. Да, мусор! А ты что, забыла? Как мусор нужен был, так в обнимку спала, как не нужен, так на мороз. Не ори! А! Сама не ори. Все, хорошо нам сеть, пошли. Что за водка паленая? Что, из опилок? Нормальная водка. Что надо? Витя, 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 тихо, 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 я. Вить, живой? О, ну ты ведь даешь. Мы так не договаривались. Наврил ты делов. Что? Что здесь было? Что с ним? Грохнул ты его, Витя. Я когда прибежал, ты уже в отключке валялся. Морда переляканная. Лерка в истерике орет. Говорит, у тебя припадок был или что? Держи. Видите? Пальнул. Я это, обойму вынул. От греха подальше. Я сейчас выпью. Зачем? А я что знаю? Рулишь?
А расскажи ему, что было. Да он волыну вытащил и давай за Леркой. Глаза белые, хрипит. Чарли хотел его успокоить. А он его дуплетом шарахнул. Жалко. Безобидный был чудак. Для отчетности. Очнулся, как? Чё? Опять по дуракам косишь, да? Ненавижу! Ты понимаешь, что ты себя расстрелом отдал, а? Смотри на меня! Опусти, мне больно! Отстань от меня! Короче, завтра же утром Пашу и Жору выпустишь. И только попробуй хоть пальцем. Я тогда тебя по полной, понял? И вообще я вас всех посажу. Чао! Ты откуда? Я, между прочим, тебя с 8 утра жду. Пошли. Слушай, а что мне выпустили, а, интересно? Не знаю. Может быть, у Дудлера совесть проснулась. Да? С чего бы это? Стоп. Ты что думаешь, что это я? Я не думаю. Ну вот и все. Давай. Здрасте. Вас хоть завтраком покормили? Лично меня вытолкали на голодный желудок. Здравствуйте, Павел Васильевич. Здрасте. Не узнает. Придется все же вам билеты на концерт Pink Floyd организовать. Заслужил. Георгий Леонидович, блин, как я сам не допер, а? Это же он. Угу. Да, это я. Поехали. Честно сказать, это не самое мое любимое место в Одессе. Сосиска или погуляешь? Сосиска. Погуляешь. Пойдем? Сделай две порции, ладно? Идем. Так. Откровенно, Павел Васильевич, знакомство с вами, тем более в камере, в мои планы не входило. Ну, раз уж я провел за решеткой всю ночь. Оставьте ее в покое. В каком смысле оставьте? Занимайтесь своими делами, ее не втягивайте. А чего вы решили, что я ее втягиваю? Ну, я же знаю, что вы там помогли ей с чем-то. Она же отработала. Знаете, в чем ваша проблема, Павел Васильевич? Вы советский человек. Лесовок. А у совков есть одно неприятное качество. Пожалуйста. Спасибо. Ну, погоди. Возьми. А? Они любят спасать. Совки любят спасать. Если кто-то не такой, как они, они тоже его спасают. И обычно силой. Вы ведь считаете, что любите Лерочку? Не ваше дело. А вы уверены, что она хочет спасаться? Что ей нужен именно рыцарь печального образа, а не разбойник с большой дороги? Это вам. Что это? Ну, Лерочка обещала вам вернуть деньги за квартиру. Долги нужно возвращать.
Я ее отпущу, Паш. Но, извини, не за даром. Вы о чем? Поможешь мне в одном деле, и мы в расчете. Согласны? А если я откажусь вот от этого? Тогда в расчете? Тогда нет. Погнали! Куда? Домой. О чем говорили? На жизнь. Что? Не поймали? Или уже отпустили? Бать, ну ничего я такого не делал. Ну, сам пришел. Все разобрались, отпустили. Надолго? Вася, тебе дитю сказала, не разобрались и отпустили. Вот и Леречка подтверждает. Ма. Не виноватый он. Ма, это не Лиля. Не Лиля, а кто? Я Лера. Какая Лера? Валерия ее зовут. Почему Валера? Ну, хоть не Гена. Ешь, ешь. Домашнее же мама делала. Кушайте, кушайте. В общем, мы решили, что вместе жить будем. Чем в тюрьме, лучше с ней. А что же сказал Вася? Серёга? Вареньки, говорю, вкусные. Ну, вареники как вареники. Чем делаешь, рукой подай. Как всегда. Ну и что вы себе думаете? Дальше как? Нормально. Что нормально? Жениться будете ли? Так? Поженимся. Да? Да. Если вы против не будете. Ой, Пашенька, Пашенька. Что стоишь-то? Сумки в руки и вперед. Давай. Пойдем, пойдем. Ой, конспиратора не могу. Терпение. И только терпение. О, подожди. Ты маленький. Ой, братан. Хороший какой. Хороший, а. Пойдем, пойдем. Давай, братан. Гуляй, братан. Паш. Ну, сейчас же нас сейф. Да не твои проблемы. Так, но все же. А что стоим? Welcome. Смотри. Так. Здесь я буду репетировать. Угу. А там ты.
борщи варить. Ага, сейчас размечтался. Пойдем. Еще что, борщи? А тут мы будем... Что? Ничего. Угу. Да, дворец, конечно. Картинку повесим, и нормально будет. Угу. Вот такой. Ой, ой. Пардоньте. Артем Николаевич. Там такое было. Я тебе потом расскажу. А что стоим-то? Падаем. Паш. А? Мани, Мани. Ма, держи. Братан. 2,5 косаря. Остальные дома. Батя с книжки снимет. Yes. Так, ну что, товарищи, поздравляю вас. Вы стали счастливыми обладателями прекрасной кооперативной квартиры в городе Герой Одесса! Дринкнем? Я что-то не поняла. Ты что, квартиру купил? На какие бабки? На те, которые ты у меня свистнул. Так, ну что, как говорится... Прыснем! Прыснем! От скуки и счастлив, что не наложил себе руки. И что не оставил? Тебе Грек что-нибудь про Стахановского говорил? Ну, типа. Ты согласилась? Угу. Я ему скажу, что ты передумал. Не передумал. Почему? Бросай все. И без проблем. Нет, Паша. Нет? Ну, тогда под присмотром будешь. Буду хоть знать, за что в репу получаю. Да? 2. Что, правда на мне жениться хочешь?
Ну, придется. Я же честный человек. Ты да. Лерка будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жуличку люблю. Алло. Добрый вечер, Павел Васильевич. С новосельем. Ну, как вы там? Спасибо. Грек. Алло, Жор. Привет. Анжелочка Романовна, все, встаем. Сейчас мы вас уложим, и будете у нас просто лялечка. Я за месяц, ну ладно, два, похудела просто в лед, представляете? Офигеть. Угу. Вот, смотрите. Какие ножки. А были просто как две сардельки, представляете? Я 85 килограмм весила. Обалдеть. А сейчас сколько? Ну, а сейчас 57. И сколько это стоило? Ой, не спрашивайте, дофига и больше. Сплошная перекидывая. Так что, Диночка, диеты – это все полная мура. Свет, ты слышишь? За месяц 30 килограмм скинула. За месяц? Не может быть. Может. Девочки, я вам говорю. Так, вот. Жиротрест, 10 класс. Вот это справа, это я. Ого! Полный жиротрест. Свет, смотри, страшно. Я... Это я вот после выпускного. Анжелочка, Роман, наглянь. Угу. Ну, я из альбома вынула, ну, чтобы не смотреть на это чудовище. Ну, как-то это хотела выбросить, но жалко. Вуаля! Пара-пам-пам-пам! Я бы жизни не поверила. Та девушка, которую люблю. Вот так. Леночка, запишите, пожалуйста, вторник в 2 часа. Хорошо. Все, Лерочка. Все, да, спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Девушка. Девушка, скажите, как вам это удалось? Что? А. Это Штахановский. Все. Который по телевизору? Да. Я к нему в Киев ездила по знакомству. А, кстати, он сегодня в Одессу приезжает, будет в ДК выступать. Да ладно? Да.
Ой, вы знаете, ну я по телевизору все эти примочки видела, но как-то это все дурка полная. Дурка? А вы что, слепая? Вы не видите результат? Он просто со мной поговорил целый час, вот как мы сейчас с вами. Потом водички заряженной дал, и все, похудела. Ну? Ой, да ладно, ничего я такого не сказала. Девушка, что? А скажите, вы кушаете? Ну, конечно, кушаю. Мечу все подряд. И не пополняете? Да нет, полный ноль. Слушайте, вы бы сходили бы, я вам серьезно говорю. Очень советую вам. Он реально как из космоса. Девушка! Проверь компьютер, светь. 12 биллионов по межгалактической шкале. Это критический уровень, Сарт. Что скажет Грея? Достаточно этого для активации мира? Грея сам знает, когда отдавать энергию. Мне кажется, он обладает высшим разумом. Спасибо, Лейц. Мы в точке силы. Сейчас или никогда, Грея. Что за огонь в кадре? Почему двери машины дверь? Постановщики, разберитесь! Хорошо, я устала. Сделайте, чтобы это было уже нормально. Ну, что у нас там дальше? Осторожник! Клара, какого черта здесь кавалерия? Почему они все время здесь скачут? Я не понимаю. А где они должны скакать? Не надо так нервничать. Они скачут аккуратненько, мимо кадра. Только что оплатили, ничего не видел. Это не кино. Это цирк. Я с утра такая злая, вы как дурьмар. Вы не дурьмар, Кларочка. Вы мальвина. Вы девочка с голубыми волосами. Ой, девочка, я вам сейчас начищу и додеру ушки. Я вас умоляю, за интим поговорим отдельно. Где тут интим? Дайте хотя бы мальчика. Мальчика нельзя. Пойдем. Мальчика вы испортите. Кларочка, ну что там Йося? Ой, Йося весь мокрый. Да? Его дергают в 5 картин. Как же он успевает, Кларочка? Ну что, ты Йося не знаешь? О, и мертвые с космами стоят. И тишина. Ну как? Это что? А еще? Да-да. Не помешаем? Не помешает. Кто мне может помешать, если я целый день занимаюсь... ерундой. Все. Вы считаете, что достаточно тут крови? Я считаю, что вас должны убить в первом дубле, чтобы наконец перестал тратить казенную кровь и свои нервы. Пошел вон. А? До свидания. Благодарю вас. Мое почтение. Все, братишка, каюк мне. Передавай нашим, что матрос Герасименко стоял до последнего. Прямо из Кронштадта. Вот так вот. Лям, шедрица, гопца-ца. Иди уже, иди. Хочу, чтобы вы знали, что у меня часа полтора всего. У меня час. Кого вы хотите? А почему не Горбачева? Его тоже многие знают в лицо. Горбачев будет в следующий раз. Время, Йося. Я слышал, оно деньги. Кто спорит? Ну что ж, будем делать. Его подбородок чуть-чуть повыше. Просто так и не бывает ничего, это знают все. И я сижу на своем коне и в своем цели. Может быть, я обедал, а да, может быть, я обедал, может быть, я обедал.
бедолага, но деньги это помада. Деньги это помада. Деньги это помада. Деньги это помада. Еще. Шаин Вигов. Скажите, он, не он? Копия. Или... Не думайте ни о чем. Не пытайтесь запомнить мои слова. Это не имеет никакого значения. Просто слушайте мой голос. Ничего нет, кроме моего голоса. Вы слушаете его как музыку, не напрягаясь. Его тон, его колебания. И впитываете энергию, которую я посылаю. Впитываете энергию, заключенную в нем. Один. Вы спокойны. И расслаблены. Два. Доверьте, сейчас все будет. Надо. Три. Четыре. Вы погружаетесь все глубже и глубже. А не хожу я на банкет, когда в кармане денег нет. Когда в кармане денег нет. Хожу я на банкет. Алло! Артем Николаевич, это Кравченко. Узнали? Да, товарищ Кравченко, конечно, узнал. Слушаю вас. У вас там сейчас выступает этот, Штахановский. Да, да, товарищ Кравченко выступает. После выступления привезите его ко мне лично. Я пришлю за вами свою служебную «Волгу». Так точно, Алексей Григорьевич. Передавал привет. Тикетцев по пятерке. Ваши 50%, как договаривались. Да вы не считайте. Там все точно, как в аптеке. Ваше тело наполнено. Да, товарищ Кравченко из обкома попросил, чтобы после выступления вы к нему приехали. Если надо, заедем. И он сам сказал, чтобы я вас к нему лично доставил. Мироздание. Если надо, доставляйте. 10. Финал. Вы стали моложе. Вы свободны. Вы абсолютно свободны. Ну как,
что-то, да? Я же вам говорила, что он гений. Когда Людик первый раз предложил мне небольшую роль, ну, как роль, так, поддержать одну несложную нужную сцену. Я на нервной почве начал даже заикаться. Молодой человек, я не госплан. У меня все расчеты верные. Не бойтесь. Не боитесь? Тогда что? Не знаю. Все-таки тетку грабил. Зато я знаю. У нее денег. Если грабить один раз в неделю, работы хватит на полгода. Откуда столько? В основном от папаши. Покойный генерал Бородянский в 45-м году вывез из покоренной Германии два вагона интересной всякой всячины. Как говорится, отомстил фашистам с размахом. Ну что ж, пора. Ну что, иду к тебе, добрый народ. Куда? Давай водички возьмем. О, может, не надо? Нет, нужно запить для улучшения эффекта. Понимаешь, пойдем. Ты что, сомневаешься? Вася. Виталий Владиленович! Виталий Владиленович, пожалуйста. Пошли. Да. Куда? Знакомиться. Да ну зачем? Разрешите, пожалуйста. Да разрешите, пожалуйста. Дайте пройти. Виталий Владиленович, здравствуйте. Я Светлана, помните? Из Киева. Ну, у вас на сеансе было. Девушка, у меня тысячи пациентов. Я всех не могу помнить. Как это? Помните, борьба с лишним весом, чистка ауры, а? А? Мне надо с вами поговорить. Это срочно, крайне срочно. И очень важно. Проводите нас. Ага. Когда впервые стало стыдно, что вы толстая? В школе пацан обозвал на физре. В каком классе? В 8-м. Сколько вам лет? Да не девочка уже, 42. Сколько вы весите? Зачем вам это все? Это неприличный вопрос. Между нами не может быть ничего неприличного. Сколько вы весите? 100. Так. 110. Так. 120. Прекрасно. Одну минуту. Лет. Вы начали полнеть. 15. 8 класс. Первый нервный шок. 42. Ваш возраст. Ваш вес. Эти цифры приходили
одна за одной. Я их просто записывал. А это... Это что, я в 45 умру? Куда это вы нас привезли? В Александровку, в психбольницу, вот. Куда? Что ты раскудакался? В психушку, как заказывали. Лёш, черт возьми, что происходит? Ты меня спрашиваешь? Это я провидец. Спроси из космоса, зачем нам дурдом. Куда нас привезли? Четвертак. В каком смысле? Мы к товарищу Кравченко из обкома. Так какой четвертак? Вы водитель Кравченко. Кого? Тёмычем не кайфово получилось. А что такого? Его менты наверняка будут дергать. Ой, да ладно дергать. Пару раз на допросы вызовут и отпустят. Между прочим, со Страхановского очень тоже неплохо понимают. Да все в порядке, ну. Ништяк. Проходите, пожалуйста. У вас гости? Вы знаете, это друзья. Я сказала, что вы будете, и им очень хочется посмотреть. Я же говорил, никаких посторонних. Вы знаете, они тихо посидят. Я вот вам деньги приготовила. Вот, вот 1000. Ладно. Виталий Владленович, неужели это вы? Я не могу поверить. А вы кого хотели увидеть за те деньги, что с вас попросила Элеонорочка? Аллу Пугачеву? Почем взяли? Рублей по 300? По 250. Неплохо. Хотя, с другой стороны, может быть, даже и хорошо, что вы здесь все собрались. После работы с большим залом я энергетически выжат, как губка. А ваша проблема, Элеонора Романовна, требует предельной концентрации. Присаживайтесь. На ком есть изделия из золота, положите их на центр стола. А зачем? Золото – это удивительный металл, об истинных свойствах которого почему-то уже все давным-давно забыли. То, что будет лежать в центре стола, впитает в себя позитивную энергию, которая будет храниться очень-очень долго. Это вам от меня. Подарок. Какая прелесть! Выпейте заряженной воды и расслабьтесь. Это вода из артезианского источника под Кисловодском. Выпейте. Thank you.
Тихо! Если что, я рядом. Ну что, на борьбу с лишним весом? Вы что сделали? Успокойтесь, все это снотворное. Они проснутся часа через три. Извините, мадам. Они почему здесь? А я их сюда не приглашал. Вы пальчики мои протрите на фужерах. Да, у товарища генерала был вкус. Может, все-таки займемся делом? А здесь спокойнее, никто искать не будет. Ну что, вы богаты? Более чем. Два малых голландца, два немца 17 века, один просто чудо. Остальное 19 век. В общем, 25 холстов. С ума сойти! И сугубо материального. Вот, господа, 40 тысяч под матрасом. Офигеть! Пашка, мы богаты! Ну еще можете считать 13-й зарплатой. Это личные уклады гостей, мадам Бородянский. Сами поснимали, ну, на телепатические нужды. Виноградова тоже? Я говорю, добровольное пожертвование. Ого. Дай сюда. Ваша импульсивность, молодой человек, начинает раздражать. Что она сняла? Не знаю, не смотрел. На. Ну до чего? Куда ты? Отвали. Паша! Что, в чем дело? Что случилось? Сядь. А случилось как раз то, что я и ожидал. На этом наше с тобой плодотворное сотрудничество закончилось. Ты о чем? Ты сделала выбор. Я не понимаю. У тебя любовь, это прекрасно. Но она несовместима с жизнью. С нашей жизнью. Держи. Остальное после реализации. Жор. Уходи. We'll be right back.
Здрасте, Софья Васильевна. Видела тебя по телевизору, как Магомаев. Ты что, поешь? Пою. Делов наделал и поешь? Один поет, другая танцует. Как она? Кто? А ну пусти. Ты что пришел? Чего будете чинить? Так я таки уже закрываюсь. Пусти. Ну что пришел? Привет. Не стоило. Открывает нам новые берега, потому что обман — это только повод убежать от разлуки, отсрочить голод. Потребность тела и низость нравов, но она прилетит бумерангом справа, потому что нечестность есть путь возврата. Неизбежность, тоску и еще куда-то. Друг дорогой, друг дорогой, где ты? I wanna feel you, I wanna hear you. Имя твое громко поют ветры. I wanna feel you, I wanna hear you, baby, on you go. Мы будем жить, бежать по краю. И пусть грампластинками вертится наша земля. Мы будем плыть дорогой к краю. И волна отражения движений. Себя. Друг дорогой, друг дорогой, где ты? I wanna feel you, I wanna hear you. Имя твое громко поют ветры. I wanna feel you, I wanna hear you. Baby, can't you go? Мы будем жить, бежать по краю. И пусть грампластинками вертится наша земля. Мы будем плыть дорогой к краю. И волна отражения движения. Стерильно все, как у моей мамы гинеколога. Аккуратно сработали.
Спасибо. Рукой работаем? А я спал тогда. Сожмите кулачок. Чем травили? Никлофелин. В воде бы они вкус почувствовали. Это же не водка. Хотя реакция схожая. Отключились практически моментально. Так а что там на бодяжном-то? У той, которую неотложка увезла, кровь возьму. Тогда скажу вплоть до формулы. Она хоть не помрет? Да шут его знает. Там, помимо всего прочего, аллергическая реакция. Остальные чувствовали недомогание, тошноту, ну и еще тремор. Что? Дрожание в конечностях. В руках особенно. Тремор. Анализы покажут. За любовь, Вить. Что за водка паленая? Виктор, все нормально? Все в порядке, Фимич. Здравия желаю. Меня рука, доказательство мое, пожалуйста. Вера Михайловна. Экспертиза по Бородянской готова? Есть. Не надо мне показывать их бумаги. Я за тебя поступлю, потому что это не моя работа. Нет, не было у меня на вокзале. Да дави. Ничего не было у меня абсолютно. Вот и меня рука поломана. Виктор Валентинович, я по поводу Штейнера. Обождите, пожалуйста. Товарищ Дурьев. Вот. Что тут написано? Давай только по-русски. Снотворное. Убойное. На основе сейчас. Вот. Хлоралгидрат. Доза лошадиная, но не смертельная. Видать, по всему спецбодяжил. Такое в аптеке не купишь. Что по Чарлику? Нету его нигде. Везде пробили. У Маланца давно не было, по другим блатхатам тоже. Что, капец, пропал малец? Ну, он последнее время с Мариной Росей гулял. А так, говорят, в Крым мотанулась. Может, он с ней? Закадрил щуплый принцессу. Жека, свободен. Есть. Товарищ Трубин. Запрос в Крым пошли? Так я официально не могу. Они не в розыске. Ну ты так, позвони по дружбе, пусть ребята поглядят. Может, зарегистрировались где? Или так хату снимают без регистрации? В общем, что хочешь, плачешь, брешешь. Да пусть пошукают от души. Вить, а? Ты вообще как? Пашечка, а я
пирог с вишнями, как ты любишь, испекла. А потом я нам борщ варила и вам немножко отлила. Да? Лера? Лерочка, здрасте. Пирог с вишнями. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Борщ. Да, на кухне надо в кастрюльку перелить. Ага, не, ну жить можно. Пашечка, так же ж хоромы-то такие, а? Паш! А это что? А что это такое? Что вы яйца-то все обделали? Да это чтоб соседи с ума не сошли от барабанов. А? Репетировать будут. Репетировать. С яйцами репетировать. Ну, побелка-то, конечно, нужна тут. Ну ничего, это мама с тетей Диной за полдня все замахает пылесосом-то. Вы обои клеить будете? А то можно финские взять, моющиеся. Не знаю, не решились. Ничего-то вы не знаете. Ой, ты Боже! Пашечка! А это что за зверь такой? Как зовут? Братан. Братан, ах ты брат... Паша, ну какой же братан, если это девочка? Да ладно. Ну серьезно, кошечка. Да-да, лиса. Как лиса. Как Кинчев, мам. А это кто? Ну, это... Как тебе? А видок-то у вас вот. Ну ладно. Угу. Отрассок у стружки. Ну. Как стамеск у вас есть? Что? Васька, гляди, какая зверюга. Лиса называется. Паш, стамеска есть у вас? А? Стамеска, говорю, есть, Б. Не знаю. У шафе треба глянуть. Там один хлам, слышишь? На, бать, тут глянь. Я на балкон, там тоже вроде что-то было. Паш, а? Там нет ничего. Я посмотрю. Ты глянь. У них и стамески похожи. Надо было с дома взять. Это что? Это что? Что это я спрашиваю? Паша, детка, так сколько же здесь, а? Тут с милицией сказал, что ты с аферисткой связался. Это она? Васечка, что ты такое говоришь, а? Вы что, вместе воруете? Или ты так на шухере стоишь? Бать. Что, бать, ты вор или нет? О, Боже! Господи! Васечка! Васечка! Пашка! Вася! Ты домой не приходи, понял? Зачем взяла? Что, отказывается, что? Thank you.
Здравствуйте всем. Здравствуйте. Как ты, бать? Бать, ну прости. Ну не вор я, слышишь? Не вор я, честно. Все, что у этой было, все забрали. И то, что остальные из себя поснимали золото, все забрали тоже. Там снотворное какое-то было подмешано очень сильное. Если б мама чуть больше этой дряни выпила... Сволочь. А ты к кому приходил? А? К кому приходил? Мать. А что с ним? С крана загремел. Разбился? Ну так, ногу сломал, ребра. Голова еще. Ужас какой. Это я виноват. В чем? Ну, во всем. Твой? Ну? Кайфовый. Подвести? А я тебя увидела. Вы теперь рок-звезды. Ну, типа того. А ты? Что я? Ты как? Хорошо. Маринки, между прочим, танцую. Правда, в кардебалете. Ну, здорово. Держись. Готово? Мне Тёма позвонил. Ну что, как он? Живой. Здорово. Здрасте. Паш, я на автобус. Пока. Что пришла? Старую любовь видела, озверел. Седанку обломала, да? На, держи. Я к маме. Паш! Дома увидимся. Яблоки, да, яблоки, обязательно яблоки.
Ма, давай помогу. Ма! Ма, ну погоди! Не ходи за мной. Паш, ты чего? Завязываешь, ясно? Финиш.